Евангелие от Марка, 3 глава, с 23 по 35 стих. История о том, как Спаситель наш Христос исцеляет неисцелимо больного, одержимого духом бесовским, от которого все страдали, этот человек, даже сегодня, при столь высоком уровне медицинского обслуживания, как принято считать, люди считаются неизлечимыми. В нем демон. И когда демон вышел, человек сделался здоровым. Все должны были радоваться. Но люди, злобно настроенные против Бога, стали хулить Христа. Это он делает. Да, исцелил, но не божественной силой. Сегодня подобный спрашивает случай, где он может случиться? Такой, чтобы вот похулили Духа Святого. А Христос на это ответил. 29 стихом 3 главы от Марка. Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек. Но подлежит он вечному осуждению. Против Духа Святого есть 4 греха. Я уже неоднократно это объяснял. Что такое? Это ступени. Стефан говорит, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы, так и вы. Дух Святой призывает. Люди благовествуют. Проповедь, говорит, люди противятся. Заметьте, сегодня я говорю, некоторые на поле. И они вчера спрашивали, можно? Нет, сегодня на поле быть. Тем более сегодня четверг у нас. Погода установилась, но завтра они будут в храме. Но некоторые не пришли ни на поле, а не дома, по своим делам занимаются. Это первая ступень. Уже обличал я их противление Духу Святому. Вы всегда противитесь. Апостол Павел говорит, не угошайте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. Видите? Не оскорбляйте Духа Святого. Видите? Одно за другим, это по ступеням человек идет и скатывается на последнюю степень. Не угошайте Духа Святого. Как не угошать? Вот он говорит, закрой дверь, и не дай доступа ветру, и фонарь будет гореть. Не давайте разным веяниям врываться в душу. И тогда они начали приступать ко Христу. Какой силой ты это делаешь? А Господь им ответил, что подобное богохульство на их стороне. Они стали хулить Бога, который сошел, воплотился, принял образ человеческий, и они его не узнали. Кто будет хулить? Я посмотрел, слово «хуление» встречается 80 раз в Библии. Я эти цифры называю абсолютно точными. Сегодня помогает кибернетика подсчитать. С неканоническими книгами. Все 80 мест я прочитал за эти дни, готовясь к этой проповеди. Вот я даже сказал, допустим, 130 раз слово встречается. Я 130 мест в Библии я прочитал. При том, какие стихи предшествующие, в контексте. Что это слово значит? Какое отношение мы к нему имеем? Как мы можем принять его для себя? Какую пользу извлечь? Вот слово «хуление» – опасное слово. Оно исходит из уст. От уст своих человек оправдается и осудится. За всякое праздное слово люди дадут ответ в день суда. Они многое говорили друг на друга, подсиживали, лгали. И, наконец, наступил обрыв. Не простится ни в 7 веке, ни в будущем. Это сказано было конкретным людям. Они ему не поверили. Они продолжали ходить в брак, носили жертвы, тащили быков, жертвовали десятину, подходили под благословение. И он говорил, что все было пустое, уже это никакого значения не имело. Дом ваш пуст. Ничего нет. Почему? Куда произошла? Иные начинают смертельно мучиться. Я похулил Духа Святого. Приезжает на исповедь священник. Мне покаяние и Бог не дал. Я похулил Духа Святого. Я виноват, я грешен. Ну ты каешься, что ты делал то другое, воровал все время там. Да, я каюсь в этом, но мне прощения нет, я Духа Святого похулил. Хорошо, запомните, кто Духа Святого похулил, Бог отнимает покаяние. Вот как это узнается. Покаяния нет. Он лицемерить может. Он может лгать, смеяться, кривляться. Покаяния нет у него. Он не может раскаяться в этом грехе. Вот как узнать может. А если ты вырвал во Христа, в Бога, в мать, покаялся, Бог и простится. Здесь другой уровень. Ненависть самого добра. Они возненавидели самое доброе. Грань духовного с телесным. Добра со злом. Света со тьмой. Они перешагнули, смешали эту грань. Это полное смешение было. Дьявол дьявола не изгоняет, иначе этот дом не устоит. И 35 стихом Господь отвечает, кто будет исполнять волю Божию, тот мне, брат и сестра и матерь. Значит, все в исполнении воли Божией.
Лука, 5 глава, 21 стих читаем. Книжники фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме Бога? Значит, богохульство было найдено во Христе. А отсюда, если видишь в глазах евреев Христос богохульник, то мы последователи богохульника, мы такие же богохульники. Вот как они к нам относятся. Я вам говорил немного, что вышла книга «Руководство евреев в Москве». Сейчас, в настоящее время, депутаты ее подняли там и тут же заглушили. Шулхан Арух. Если русский упал или верующий православный, то лестницу не подавай ему. Проходя мимо православного храма, плюнь и скажи, что в это место провалилось. Пугает. Рецепты что? Если лестница, если яму не упал, выдерни лестницу, не давай. Если нет свидетельства, должник должен не отдавать. А то сегодня они инструктируют своих. Я посмотрел словарь «дага». Он много объясняет слово «иудей», «еврей» и отдельно «жид», «жидовин», «жидовка», что это означает. Так вот, если нас сегодня это касается, что мы последователи Христа и хотим быть добрыми, не надо делать то, что они делали. Потому что не тот иудей, который по рождению, а тот, который по духу. Мы, каждый из нас, можем быть самыми последними этими жидами, которые Христа распяли. Они были богоубийцы, христопродавцы. Они истинного мессию распяли, а ждут антихриста. А на Христа сказали, что он богохульствует. Я подумал, но если богохульствует сегодня человек, то в один ли день он делается таким? Вот посмотрите на поведение ваших детей. Вот он сидит смеется. Он все время кривляется. Я сегодня двоих ставил с собой. Двое стоят. Это сидит просфора, не сказать, не просфора. Освещенный хлеб он во рту выпихивает изо рта. И смешит, старается раз за разом выпихивать. Я вижу, родители рядом стоят, не видят. Не давайте детям разворачиваться сюда. Они пытаются кривляться, обезьяничать. Вот это первая дорожка, которая может в трактовую превратиться. Они будут богохульниками. Мы понимаем, храм это другое место. Батюшке приходится даже детей выводить. Они ведут себя непристойно здесь. Постоянно оборачиваются и стараются с настоящими сзади строить рожи, смеяться, толкают друг от друга, разговаривают. Нарушение нашего устава. Родители, обратите внимание, я не раз говорю. Виноваты мы. Служба большая и непонятная. Ребенок не может выстоять. Сделайте что-то. Установите какое-то время, я не знаю где. Я пытался уводить лагерь, мне сделал замечание священник. Мы стали, когда уже после как выйдем, маленько там где-то стоять. И топот действительно мешает богослужению. Мы чинность нарушаем. Но чинность любила пророк Илий. И сыновья у него были людьми нечестивыми. И Бог сказал, ты за детей погибнешь. Смотрите. Мы все являемся священнослужителями в духовном плане. Мы священники, цари Бога Всевышнего. Так написано Откровение 1.5 и 5 глава 10 стих. Так что мы священнослужители в духовном плане. Служители алтаря здесь это отдельная каста. Но дети-то принадлежат нам, мы за них будем отвечать. Идя в храм, скажите, никогда не оборачивайся. Найдите время где-то, или псалтырное чтение, я не знаю где, потому что я не специалист. Но детей надо выводить. Пусть они отдохнут, пусть посидят, но за ними надо наблюдать. Если нет благодарения к храму, к святыне, к богослужению, я много видел этих детей, детей священников в основном, они растут хулителями, циниками, для них никакой святыни нет. И те люди, которые в самом деле богохульствовали на Христа, это были когда-то маленькие ребятишки, они бегали. Возьмем это для себя. Дома придется, накажите их обязательно. Вот у меня в лагере приезжают чужие дети, и я их быстро приучаю. Вот он крутился, вертелся, сейчас их поставили по 20 минут, не шевелиться. Я деревенских детей показал им сестры, старшей сестры, так сказать, наблюдателям. Подарил, пусть в разных местах постоят по 20 минут. Если он не хотел молиться и проще кривляться, дай ему 50, там, 100 поклонов дома. Ну как-то что-то надо делать. Обратите особое внимание, если детей упустите, потеряем колмой, исчезнет. Потому что вы не вечно здесь будете. Евангелист Иоанн, 10 глава, 33 стих говорит так, что мы, они, евреи говорят, гоним тебя за богохульство, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Вот когда мы видим, как исцеляются люди, не православные, сейчас много неопятидесятических всех харизматы, и к ним обращаются наркоманы. Они особые приюты делают, устраивают корм, там платят не так и много, насчитав какие цены, 1000 за месяц. И у них некоторые возвращаются, нормальный образ жизни ведут. И спрашивают, от Бога это или не от Бога? Отступление от греха всегда от Бога.
Признание Иисуса Христа Богом, это всегда от Бога, хотя бы он самый последний еретик был. Ну а дальше он не идет, он погибший. Дафана, Еродки, Икаря и отступники, живем сошедшие в ад, они были левиты. Их Моисей не назвал раньше не левиты. Они были плители истины. Они не признали вышестоящее руководство. Они не имеют истинного рукоположения. Мы должны к этому подвести. Но никогда не сказать, у них наркоманы делаются хорошими, потому что там это дьявольской силой. Бойтесь этого слова. Вы все ответили, я не знаю, как так. По-моему, все наркоманы должны бы исцеляться православным. Как с нами кто встретился, упал, раскаялся, сидел, всю пыль сделал, грязью от слез. И все, сразу сделался бы сразу же епископом или священником. Мы так не получается. У нас на другим работаем. Его помазали елеем там, иди, исповедуйся, причастись. Ну, считайте, книжки там, Юрасова. Все они об одном говорят. Настоящей-то работы благовестия нет. У нас едва 4% возвращается из этой ямы наркомании. А в протестантских странах до 94% становятся людьми, заводят семьи, живут нормальной жизнью. Нормальной. Но нормально это не означает, что они дойдут до Царства Небесного. Потому что вне церкви нет спасения. Мы постоянно даже помним. Но первый шаг обратить человека – это только от Бога. В Деяниях апостолов 6 глава 11 стих мы читаем. И научили некоторых сказать, что мы слышали, как он говорил пульные слова на Моисея, на Бога, это к Степану приступили. Нас иногда могут обвинять, что мы похулили что-то. В мой адрес в течение 42 лет было много таких хулений. Что обвинение, что я, дескать, что-то похулил. Повторяю, вне церкви нет спасения, но учитель всегда повторяет. Мы распространяли эту книгу. Илариона Троицкого, который очень доходчиво все это доказывает. Где нет законно рукоположенного епископа, или это уже идет на нет, или давно уже ничего там нет. Вот и все. В первом послании Петра 4.14 считаем, как и мы можем внезапно сделаться хулителями. Апостол говорит, если злословят вас за имя Христова, то мы блаженны. Мы никого не похулили за имя Христова. Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. Когда истинно верующих поносят, это богохульство. Потому что на них Дух Святой. Скажи, а почему? Читаем у Захарии 2 глава 8 стих. Он говорит так. Ибо касающийся вас, говорит Господь, касается зеницы ока моего. Объединение, олицетворение в лице верующих должны видеть Бога. Слово богохульство в Библии встречается 19 раз. Хуление Бога 36. И хуление Господа 16 раз. Видите, под разными названиями, но это фактически это одно и то же. И Деяния апостола 9 глава 4 говорится так. Бо Христос сказал, что ты гонишь меня? А где я тебя гоню, он мог бы сказать. Я гоню верующих, я в Дамаске иду хватать, а ты уже вознесся, где я тебя вижу? Касающийся вас касается зеницы ока моего. Поэтому нужно стараться, встречаясь с людьми, как-то не доводить их до хулы. Остановитесь, сказать, ты лишнего не скажи. Я сын Бога живого, меня Бог избрал. Смотри, ты можешь погрешить, ты можешь быть богохульником. Я тебе говорю, это согласно Слову Божию. Выдумки не говорите, а возьмите какое-то место Писания, прочтите. И сразу человеку скажите, смотри. И далее, во втором послании, Евангелия от Иоанна, 20 глава, 21 стих, Христос говорит, уже воскресший, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Послание, посланничество – это есть истинное апостольство. И Господь говорит, слушали меня, будут слушать и вас. Засвоили меня, будут засвоить и вас. Книга Левит, 24 глава, 11 стих. Написано, что один сын израильтянки, злословил Господа. Имя матери его было Соломит из племени Данова. Он злословил. Как? Мы не знаем. Имя Господа Иегова. Бог открылся так. Видимо, произнес и какое-то слово. Ну, злословил. Плохо сказал. Или Бог не может накормить нас. Мы читали, как не может дать из камня воду. Там говорится, что они говорили. Моисей не знал, что делать. И к утру ему поступил ответ. В законодательство вступила смертная статья. Начните с него, первого убейте камнями, не походите, каждый бей камни. Видимо, чтобы не убежал, привязывали его к столбу или как. И огромная гора получалась, холод. Бросали и бросали, речь шла-то не о двух людях, а о миллионах. И каждый обязан был бросить. Если ты не бросил, почему не бросил? Ты хочешь, чтобы хулители были? А это место урока, теперь учителя приведите туда и скажите, здесь лежит под камнями хулитель. Здесь лежит тот, кто в храме вел себя плохо.
то изо рта показывал освещенный хлеб и смеялся, еще и рожицы строил. Не вот, нам это уже не понравится, скажут, ты в Новом Завете, не забывайте. Если отвергшийся закону Моисеева при двух свидетелях подлежал смертному наказанию, то кальми паче, то есть еще сильнее нам будет наказание. Второй книга Царств, 12 глава, 14 стих. Очень характерный для сегодняшнего времени. Пример, который может исполниться на нас. Когда мы поступаем недостойно, а люди говорят, это вы верующие такие, это ваш Бог такой. Да я не хочу такому Богу служить. Написано, после согрешения Давида, ему был от пророка ответ. Ты это делал, за этим делом подал повод врагам хулить Бога. Ты врагам дал повод. Вот это конкретно каждого касается нас, живущих здесь по-теряевски. Если мы где-то мороженое покупаем, это вы верующие, вам это разрешается. Кто-то напился с разъезда, вчера опять привезли одного, этого, не можем ничего с ним сделать. Хулиться имя Божие ради наших поступков. Попытайся все сделать. И меня спрашивают, на что бы ты, вот, окажись на месте этой жены сегодня, что бы ты делал, если бы он пьет? Ну, у нас нельзя убивать, мусульман бы, конечно, отрезали голову бы сегодня, и все. Единственное, что обилить пост, растрясти лишний жир. Килограмм 60 бросить в себя надо. Я конкретно говорю. Молиться. Слезами залить весь двор. С колен не вставать. Детей поставить на молитву. Другого выхода нет. Нам ничто больше не поможет. И должны быть друзья, которые ходатайством перед Спасителем, перед Христовым благодатью, вымолили бы его. Потому что гибнет двор весь. Там все заброшено. В 4 книге Царств 19.4 говорится о страшном богохульстве языческого полководца Рабсака. Действительно, войска его были непобедимыми в то время. Но как только он сказал богохульство, он поднял руку против Бога. Не язык, против кого ты высовываешь, пророк ему сказал. И вот уже 185 тысяч ангел уничтожил. Вот что значит быть верным Богу. Как Бог защищает своих. Псалмопевец Давид в 7 псалме, 73-м первым стихом говорит, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. А там мы в псалтире считаем, когда люди хулят имя Божие, это говорит о их поражении. Все, они пропали. Поэтому надо нам быть верным Богу и не допускать, чтобы имя Божие хулилось нашими действиями. Пророк Исаия, 28 глава, 14 стих. Итак, слушайте слово Господне, хулите, правители народа. Но они говорят, мы убежищем для тебя сделали ложь и обманом прикроем себя, ну это прям как наша дума, конкретно. Хулители, правители народа, это беда. А выход, мы конкретно должны молиться, молитесь за начальствующих, за царей. И я вам говорил, выступал Солженицын, и такое впечатление, что из народа выбрали самых дурных, как о царе Фоке. Молился один в праздник, ему был ответ. Даже хуже, но не нашлось. Когда начинается хула на имя Господне, мы не можем спокойно стоять. Мы должны просить Господа прекратить эту хулу. Мы должны ревновать об имени нашего Господа Бога. Пророк Иезекииль, 20 глава, 27 стих, говорит так-то. Чем же мы хулим тебя? А он отвечает, тем, что ваши отцы не прибегали все усиленно к Богу и шли к богам иным. Это самое последнее и самое страшное. В первом послании Тимофею 6.1 говорится о хуле, которую может делать каждый, даже не совмещая его. Те, которые имеют над собой начальниками, рабы, повинуйтесь им, дабы не было хулы на имя Бога. От наших поступков зависит, будут ли люди прославлять Бога или хулить. Прошло уже 1700 лет со времени, как священномученик Амфимфий Комедийский отошел со всей своей паствой. В истории мира мы не знаем более ни одной общины, столь многочисленной, которая всю до последнего человека возвел бы на небо. В двух житиях, в житии Томны и Амфима Никомедийского, фактически 32 тысячи община была его. 32 тысячи и ни один не ушел, они все зашли на небо. Имя Господне прославляемо было. Сколько же ангелов и Бог приготовили в этот день. Какие мы счастливые, что это действительно нашим ходатаем будет Амфим Никомедийский. Чтобы мы все оказались верными, не было среди нас кулителей. Приложим все силы, чтобы все дети зашли на небо, и мы могли бы сказать, Господи, вот я... И дом мой, и дети мои. Аминь.